Всем доброе утро. У нас сегодня вторник, 11 июля. Я уже на работе. У меня сегодня один маникюрчик с покрытием. После этого там поделаю небольшие дела и поеду к сестре. Будем с ней создавать купоны и визитки. Когда распечатаю, возможно, покажу вам, если эта информация будет для кого-то интересна и актуальна. Ну а я тут между клиентами в воскресенье убиралась, и теперь у меня в верхнем ящике комода вот такой порядок. Вот это еще также буду убирать. Останется здесь только ультразвуковая мойка. Здесь теперь у меня сушатся инструменты. Я постелила сюда, для кухонь продается такая штука, ну, чтобы комод не испортить, чтобы она влага туда не попадала. Так что вот, пришлось, правда, переложить вот сюда перчатки, потому что не влазила у меня, так как я, они вот тут стояли, а теперь тут занято, поэтому перчатки я переложила. Вот здесь, как я называю, надо сделать еще жердочки вот такие с уголочков, как здесь, потому что уже все вот это добро у меня не влазит. Девочки, хочу еще раз показать. Вот я начала вставлять салфетку, и мне все-таки не хватает. Поэтому я в любом случае буду складывать их вот так. Знаю, их хватит так на меньшее количество раз. Но вот этот недосмотр данной вытяжки, я уже о нем говорила в обзоре. Все-таки хочется, чтобы салфетка была одна и побольше гораздо, чтобы она вот сюда хорошо заправлялась. Всем привет! Я уже приехала на работу. Наверное, теперь у меня будут чаще такие какие-то видео в зеркало. Вот это еще все буду убирать, как-то переорганизовывать, но еще не было на это времени. Ну а я уже сейчас буду работать. У меня сегодня педикюр и два маникюрчика. На улице, кстати, 39 градусов, так что работаю пока в такой униформе. Всем привет! Сегодня у нас пятница, 14 июля, время 9:30. Я уже приехала на работу, у меня сегодня маникюрчик и педикюрчик с покрытием, одна клиентка на комплекс. Потом после этого я поеду домой, сегодня кошку свою везу на стерилизацию, поэтому мы записаны часа на 3, вот, так что как раз таки ее заберу и поеду дальше по делам. Что еще хотела рассказать? А, у меня тут лежат некоторые посылочки с Вайлдберриса, но покажу чуть позже, либо если сейчас успею подготовить зоны, то сегодня покажу, если нет, то уже в следующий раз. Хотела рассказать. Вчера была на волосах, делали вот здесь прикорневой объем, но не гофре, а начесом, как там это называется по-умному, и здесь у меня кератин и на кончиках ботокс.
Сегодня вот мне нельзя мыть голову, я ее мою каждый день, поэтому для меня это огромнейшая просто проблема, что я сегодня ее не помыла. Но где-то что-то у дома прорвало, воды горячей все равно нет, так что можно сказать, что мне очень-очень повезло. И вчера была, когда в студии, мы там с владельцем студии еще поснимали рилсы, решили выложить совместные в Инстаграм. И у нее стоят карточки, оставьте отзыв на Яндекс.Картах. И тут я вспомнила, что вообще-то моя студия тоже есть на Яндекс.Картах. И решила, я даже когда-то запускала через DKD Яндекс.Бизнес рекламу. Ну и вот решила посмотреть. Захожу, а у меня написано, что моя студия больше не работает. Я не поняла вообще прикола, что это такое, но я так думаю, что прекрасный Яндекс.Бизнес сделал мне личного менеджера, там какой-то у меня Максим, с какой-то там фамилией, не помню. И он мне звонит как-то и спрашивает, будете ли вы запускать еще повторную рекламу. Я сказала, что нет, мне это неинтересно, неэффективно, и как бы вообще там такие просто, как сказать, по-простому. Ну, в общем-то, такие алгоритмы рекламы, которые с первого раза не выстроишь. То есть там надо полгода и попользоваться, и тогда ты уже реально будешь привлекать таким образом клиентов. Поэтому я отказалась от этой затеи, месяц она у меня повисела, я поняла, что я больше не хочу это. И, видимо, с того момента, как я отказалась от рекламы, меня решили исключить из этих Яндекс.Карт и написать, что моя студия больше не работает. Честно, у меня есть почта этого прекрасного Максима, очень хочется ему написать какое-нибудь грозное сообщение вообще. То есть меня никто даже, ну, про это мне не рассказал, оно там висит и висит, в принципе. Ну, в общем-то, вчера я настроила все заново, сделала аккаунт, поставила там фотографии, режим работы, все остальное, всю информацию про себя. Жду, половина уже одобрена, что-то на рассмотрении, так что надеюсь, сегодня или там на течение следующей недели все уже у меня будет готово. Еще на днях сделали с сестрой купоны. Два разных, визитку сделали, так что сейчас купоны у меня в печати. Как отдадут, я посмотрю качество, и если все будет хорошо, у них же закажу печать визиток. Вот сюда у меня в планах на дверь повешать такую визитницу, которая приклеивается к двери, и поставить туда свои визитки. Как вам идея? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. Делать. Позорный хомут искать. Издеваются. В угол загнали демоны. Маша, это все для твоего блага. Как видишь, вот эту она уже сорвала лейкопластырь, пока нас не было. Как есть. Всем привет! Сегодня у нас суббота, 15 июля. Сейчас уже без 15:10, я уже на работе. Не помню, показывала ли я вам волосы. Вот, наконец-то я помыла сегодня с утра голову. Теперь это выглядит все вот так. Здесь можно еще корректировать объем, когда буду расчесываться. Ну, вот я пока оставила так. У меня сегодня должно было быть по плану педикюр и маникюр. Но вторая девушка, которая записана на маникюр, там у нее случился форс-мажор, поэтому мы с ней перенеслись на завтра. Слава богу, завтра у меня как раз-таки одно окошко оставалось. Вот, и сейчас, так что я
отработаю и после этого поеду забирать свои купоны, которые вот недавно мы с сестрой разрабатывали. Наверное, в этом влоге я вам это рассказывала, что я уже забыла. Наверное, покажу, как их заберу. Уже мне их распечатали, они готовы, так что я могу забрать сегодня либо в понедельник. Но как раз-таки поеду сегодня мимо, поэтому это прекрасная возможность. А в понедельник у меня выходной, хоть я и записана на массаж в понедельник, но все равно это немного не по пути, поэтому решила, что съезжу лучше сегодня. Что-то еще хотела... еще завтра у меня должна была быть вообще 3 клиентки. Ну, точнее как, было окно с утра, потом клиентка, потом новая клиентка. Но новая клиентка сегодня ночью в Дикиде отменила запись. Честно, я не понимаю, когда записываются, а через там 5 часов отменяют запись. Ну, значит, наверное, не сильно человеку и нужны ногти. Зачем тогда занимать чужое время и вообще, в принципе, записываться? Программа ей скинула, что там вы записаны на такое-то число, на такую-то процедуру. Но про сообщение мое так никто и не прочитал. Я почему-то сразу подумала, что, скорее всего, она и не придет. Но вот ночью она еще и отменилась. Ну, в принципе, меня это никак не расстраивает, потому что следующая неделя у меня практически полностью забита, выходные забиты полностью, вторник забит полностью. Там буквально пару окошек на следующую неделю осталось, поэтому все это, конечно, нагоним, доработаем, наработаем. Новые клиенты появляются много, поэтому запись сейчас довольно плотная. Есть такие несколько дней, но зато я успеваю монтировать какие-то влоги. Нужно еще доснимать различные обзоры. Что еще? Все еще думаю выставить на продажу аппарат, который приходил мне на обзор, так как я им не пользуюсь. Мне хватает моего Стронга. Он просто лежит в коробке. И еще у меня вот здесь стоит Max Ultimate 4 или 3. По-моему, 4. Я тоже хочу его продать, потому что он мне не нужен. То есть сейчас у меня Вираксо, и она прекрасно там стоит, а этот просто занимает место. Я там, если кого-то заинтересует, я там меняла полностью подушечку. То есть мы ее заново перетягивали хорошей мягкой белой кожей. И плюс еще есть 5 или 6 сменных пакетиков, ну этих мешочков. Мне их мама шила, также из новой хорошей ткани, которые были в комплекте, я уже утилизировала, потому что они... Довольно-таки все какие-то мягкие уже стали, поэтому сшили новые. Если кому-то интересно, пишите. Так, я уже отработала, но совсем не показала вам материалы, которыми работала вчера и работала сегодня, так что сейчас покажу. Практически всегда я показываю, чем я работаю, поэтому очень часто в комментариях не отвечаю на комментарии, а что было вот там за материал, а что за подложка базы и все такое, потому что, ну, мне так неудобно, если я в видео все показываю, зачем я буду еще раз писать? Те, кто смотрит видео, знают, чем я работаю. Итак, вчера у меня была клиентка на маникюр и на педикюр. У нас была дегидратор G-Snail, база эластик в качестве подложки на руках и база на ногах та же самая. Так, на ногах мы делали светоотражайку Эльпаза номер 45. Это красный. На ручках я делала, не укрепляла гелем, потому что оставила много молочки на руках и... делала базу, рабр-базу номер 2. Также у нас были слайдеры. Вот такие, как и в прошлый раз, потому что сделали мы то же самое. И топ-глосс. Сейчас с девушкой также подложка-дегидратор. И потом на большом у нас Лоли база камуфлирующая номер 1. На остальных ногтях новый герлак Art Style. C10, очень красивый. Растяжку я делала, смешивала Индии, по-моему, 42-68. Да, 42-68. И Эми номер 342. Я их смешала и сделала им растяжку. Также топ на однотонных ноготках у нас был Эльпаза Silver Flake. И топ также был глосс.
Всем привет! Сегодня у нас воскресенье, 16, по-моему, июля. Я уже на работе, у меня сегодня полная посадка, 3 клиентки. Я вот уже загрузила инструменты в сухожар, подготовила всю рабочую зону. И вот сижу, отдыхаю, буквально через 10 минут ко мне придет клиентка. Вот там в пакете, где вот здесь у меня лежат покупочки, там с Wildberries кое-что. Наверное, я сейчас уже вам покажу, потому что... А, еще есть Фикспрайса. Что-то я уже забыла, если честно, что я покупала. Ну, в Фикспрайсе я купила вот такие полотенца, я на них... Сейчас покажу. Ну, тут были в такой расцветке, в другой просто не было. Вот здесь сушу инструменты. Так, что еще? А, в Wildberries я купила вот такие стаканы. Здесь 100 штук. Да, по-моему, 100 штук, 250 или 200 миллилитров. Ну, для водички классные стаканы, самые простые. Они у меня стоят вот здесь, на подставочке, водичка, то есть все в общем доступе. Так, что я купила еще? А, ну, салфетки для педикюра я использую для протирания иногда поверхностей. И сейчас покажу. Я, правда, открыла его вверх ногами на Wildberries, но ничего страшного. Вот такой обезжириватель. Я уже часто беру такую фирму. Здесь он стоил литр всего 220 рублей. Или там 200 рублей. Поэтому я, конечно же, решила взять. У меня уже закончился, поэтому надо было что-то покупать. Видела, сейчас многие покупают бутыли по 5 литров. Я бы тоже купила, но мне его негде хранить. Это надо обязательно придумать какой-то ящик, куда это поставить. Поэтому проще купить вот такой. Его хватает надолго. Поэтому... Вот. Оставляю все артикулы на видео. Ссылочки не прикрепляю, потому что это очень долго. Есть артикул, можете забить, кому нужно. Девочки, еще одно включение, не могла не показать. Теперь вот так запакован обезжириватель. Сейчас я его хочу вот сюда перелить, потому что я теперь использую лайфхак, когда обшикают и этой щеточкой с руки. Я почему так показываю, потому что клею ее вот сюда, когда всю пыль я так убираю. Так. Пока я не прибила свои ногти, лучше возьму твизеры. Так как я их не использую на работе на клиентах, то я сейчас использую там для слайдеров, для наклеек, вот такое. Очень удобно. Сейчас откроем и нальем. Как раз таки я еще так не работала, я обычно просто на щеточку наливала. Теперь буду вот так, попробую, удобно это или нет. У меня, правда, здесь плавает... Вот эта прокладка, которая должна быть вот здесь, но она упала, и теперь ее фиг достанешь. Вот так пшикаем на ногти и щеточкой убираем грязь. Всю, я имею в виду всю пылюку, которая осталась после маникюра. А по цвету какие? А я не знаю, одну тонечку какую-нибудь. Я люблю, вот, ну, как понятно. Скажем, да, нравится. А если что-то... А если прям вот, ну, крупные какие-то,